Лецитин – это комплекс из четырех фосфолипидов. Фосфолипиды – это соединение, такой полужир, полубелок. Значит, содержится лецитин соевый. Ну, неплохая доза, 583,3 миллиграмма. Мне в письмах пишут, а есть подтверждение, что там в нем ГМО нет? Ну, значит, уважаемые дамы и господа, ГМО в нашей стране запрещены законодательно. И они просто, ну, по определению не могут быть введены, или сырье с ГМО не может быть использовано в наших БАДах. В БАДах, которые делаются, производятся на территории России. Просто, ну, Росздравнадзор не пропустит. Поэтому никакого ГМО там нет. Это все из пиар-области. Это чисто такие заманухи, как бы, что ли. Вот в нашем лецитине, некоторые компании так говорят, а вот в нашем лецитине нет ГМО, да его там быть не может. Это так же, как на подсолнечном масле пишут, не содержит холестерина, да его там быть не может, в подсолнечном масле холестерина. Вот, значит, фосфолипиды, для чего они нужны? Да, но я скажу сразу, что чемпион по содержанию фосфолипидов – это мозг, центральная нервная система. То есть из них состоят клетки наши мозга, да, из фосфолипидов. Второе место по содержанию – это сетчатка глаза. И третье место – это печень. Поэтому, если вы хотите иметь здоровый мозг, хорошую сетчатку и крепкую печень, принимайте лецитин. Лецитин содержится еще в желтках куриных. Ну, вы столько яиц не съедите, там что-то, чтобы дневную норму набрать, там порядка 30 яиц в день надо. Это вредно и небезопасно. Вот, лецитин не вредный. Значит, лецитин помогает укреплению и восстановлению клеточных мембран, улучшает работу головного мозга, всей нервной системы вообще, печени, сердца и глаз. Нормализует уровень холестерина, ускоряет восстановление поврежденных клеток и стимулирует желчеотделение. Ну, добавлен еще экстракт расторопши, там всего 6 мг. Он добавлен чисто с технической целью, потому что легче будет сертифицировать. Ну, там какие-то юридические тонкости, я даже не знаю. Ну, вреда от этого силимарина нет, но он для печени же полезен. Ну, поэтому вставили. Вот, кому нужен лецитин? Да всем. Это продукт постоянного потребления. Постоянно, так же как ангиолюкс, так же как С-комплекс, там, так же как лизин, например, другие. Вот, это у нас же есть продукция постоянного потребления, ну, как я сейчас перечислил. А есть больше направленная на лечебные эффекты. Вот, например, Indol Double. Его не